Привет, друзья! Меня зовут Кристина, и я вновь рада видеть вас всех на моем обзоре. Очень радостно, что появляются новые подписчики, что вам интересна моя страница, то, что я делаю. И сегодня новый обзор, новая посылка. Как всегда, не без приключений, как оказалось. Коробка была немножечко разорвана, то есть, скорее всего, она очень хорошо упала. Вы можете это наблюдать вот здесь на фотографии, рядышком я прикреплю. И, соответственно, конечно, у нас испорчены товар опять, поврежденный. Но, как говорится, я уже наученная опытом, я уже знаю, что делать, и расскажу вам, что делать в такой ситуации. И, конечно, продолжаются грандиозные скидки на сайте iHerb, 24%. Буквально вот совсем недавно закончилась скидка на бренд Now, я сделала заказ. Успела много всего интересного добавить в корзину. Что осталось еще в наличии, все как бы прошло по акции. И я эту ссылочку прикреплю на свою корзину. Вы можете посмотреть, что я вбила себе в заказ. И давайте перейдем к обзору. Расскажу, что же интересного у меня пришло. Здесь много средств для залечивания кишечника, для нормализации микрофлоры, для восстановления витаминов, даже для понижения уровня сахара в крови. Так что давайте начнем обзор. Расскажу обо всем подробнее. Поехали! Ну что, друзья, первое, о чем я хочу рассказать, это жидкий йод. Я про него уже рассказывала, по-моему, в предыдущем обзоре, но еще раз вернемся к нему, потому что очень много подписчиков появляется, я уверена, что не все видели. Выглядит это вот так, у него еще есть апельсиновый вкус, то есть, если, например, деткам нужно давать, то это как раз-таки отлично. Вот в такой коробке он, это я заказала для себя. В трех каплях препарата содержится 150 микрограмм йода, это суточная норма. Принимать, добавив воду в 1/4 стакана, либо можно в еду. Жидкая форма лучше усваивается, не имеет вкуса и запаха. В 1000 раз лучше йодомарина и желательно пить до обеда, часов до 12 дня. Так оно будет лучше усваиваться и приносить пользу. Я еще не пробовала, это я заказала для себя, так что в ближайшее время, думаю, сделаю более подробный обзорчик. Хотя я могу сейчас посмотреть, прямо при вас раскрыть эту упаковочку. И давайте посмотрим, как она по запаху и по вкусу. Буду все делать вместе с вами. Вот такая вот нервная штучка. Слушайте, запаха вообще нет, либо очень-очень легкий запах йода. Да, и вкуса тоже нет, так что будет не противно принимать. В отличие от кое-чего другого, сейчас мы до него дойдем, расскажу. Ну и раз я начала рассказывать про жидкие формы витаминов, минералов, то расскажу про следующее средство. Это жидкий цинк фирма Trace Minerals. Здесь 50 микрограмм. Это самая удобная форма, также самая усваиваемая. Поддерживает иммунитет, здоровое пищеварение. Содержит 50 мг цинка, 25 мг магния. Принимается соком или водой. Вы знаете, насчет вкуса пишут, что такая несусветная гадость, что невозможно его пить. Я уже попробовала его, раскрыла. У него примерно такой же дозатор с пипеткой. Вот так это все выглядит. На вкус горький немного, знаете, по вкусу даже это больше похоже на йод, как будто вот каплю йода лизнул. И такое вот вяжущее послевкусие остается. Принимать нужно по 1/4 чайной ложки, это 24 капли. Вот такое вот средство, посмотрим, насколько оно действенное, но в любом случае жидкие формы лучше всегда усваиваются и помогают. Далее, раз мы начали про минералы, то перейдем к вот этому большому бутыльку. Это фирма, сейчас скажу, это фирма Morningstar Minerals. Это гуминовые минералы Vitality Boost. Вот такая здоровенная бутыль. Я сейчас скажу, сколько здесь миллилитров. Практически 950 миллилитров. Здесь содержится большой состав минералов и витаминов, дает энергии, повышает иммунитет. Очень хорошее средство при расстройствах желудка, при отравлениях.
можно и взрослым давать, и детям. Не имеет вкуса и запаха, я уже тоже раскрыла, попробовала так чуть-чуть на язык. Ну, вообще очень-очень что-то там отдаленное, но как бы я не чувствую ничего. Это самое главное, потому что было бы очень противно пить металлический вкус. Врач выписала мне это принимать один раз в день натощак, то есть с утра сразу вставать, разводить вместе с хлорофиллом, с водой и выпивать. Ну, как бы я уже сказала, какие у него свойства, посмотрим, как это поможет именно моему организму. Дискистридекс. Я про них рассказывала в предыдущих выпусках, сказала о том, какое это хорошее средство. Убирает прыщи, даже подкожное высыпание, если есть. Но очень сильно именно вот эта красная серия сушит кожу. Я пользуюсь синей, потому что у меня чувствительная кожа лица, склонна к покраснениям. Там в синем содержатся витамины А и С, которые такие более смягчающие. Здесь содержится просто 2% салициловой кислоты. То есть не салициловый спирт, который прожигает все, но салициловая кислота тоже мощно работает. И знаете, они именно хорошо прям пропитаны спиртовым составом и хватит надолго. То есть хватит одного диска, они, кстати, двухсторонние. Одного диска хватит на то, чтобы протереть лицо, тело, спину, в общем, практически все. Все, что у вас есть, все, что нужно, можете все протереть, и у вас еще он даже влажный останется. Это я знаю по себе, потому что я пользуюсь такими же. Здесь две поверхности. Одна пупырчатая такая немножечко, и вторая более гладкая. Как, знаете, вот ватный диск просто обычный. Сказать о том, что он как-то отшелушивает, то я не могу это подтвердить. Потому что обе стороны довольно-таки мягкие и не приносят никакого дискомфорта. То есть я и то протираю, я никакого результата не заметила. Просто немножечко оно как бы такими пупырышками идет. Следующее, о чем я хотела бы рассказать, это таблетница, которую я заказала также на iHerb. Она на 7 дней, то есть она такая прям глубокая. Вот, можно посмотреть. Надеюсь, вам видно. Вообще, я, конечно, хотела заказать так, чтобы, например, была большая таблетница на один день, и сразу же можно было все вот эти таблетки положить. Но я решила заказать на 7 дней, и буду, например, вот, ну, у меня, наверное, приемов 5 точно будет всяких разных средств и витаминов, поэтому я их буду раскладывать каждый день, складывать с вечера себе витаминки, чтобы не забывать принимать. Стоимость такая, по-моему, в районе 100 рублей. Дальше хемоплекс. Это комплекс с железом, витаминно-минеральный комплекс. Здесь содержится прям достаточно витаминов. Витамин С, Е, тиамин, рибофламин, ниацин, В6, фолат, В12, пантотеновая кислота, кальций, железо, цинк, селен, марганец, эльцистеин. Биофлавоноидный комплекс, и как раз таки вот железо здесь содержится аж 85 миллиграмм в одной таблетке. Есть комплексы в банках, я тоже их обозревала, но плюс вот именно вот в этой упаковке, что здесь принимается всего лишь одна таблетка в день. А если, например, мы берем в баночке, то там, например, 60 капсул, но их нужно принимать два раза в день минимум. А есть некоторые и три. Здесь дальше это L-глютамин от фирмы Jarrell's Formula. У него большой спектр действия, он поддерживает иммунную систему. Если, например, у вас есть какие-то проблемы с кишечником, залечивает стенки кишечника, желудка. В общем, я уже заказываю не первый раз, и мне снова врач выписала для того, чтобы восстановить дырявый кишечник, скажем так, кишечную проницаемость. Оказалось, что у меня с этим проблемы, поэтому у меня и витамины некоторые не усваиваются. Но, как говорится, мне кажется, у каждого человека есть проблемы с желудком, с кишечником. И потому что мы все едим глютен, молочку, это все раздражает стенки кишечника, молочка, кстати, ну, никому хорошее она не приносит, скажем так. И многие те, кто едят творог или пьют молоко, думают, что они получат кальций с этим, а на самом деле они его вымывают только. Итак,
L-глютамин – это самая распространенная аминокислота в организме, поддерживает иммунную систему, защищает мышечную ткань, также является основным источником энергии для клеток кишечника, помогает залечивать стенки его. Ну, то есть вот о чем я и говорила. Принимается одна таблетка один или два раза в день. Мне выписали принимать три раза в день, через каждые 2 часа. А после еды, то есть должно быть промежуток до еды 2 часа и после еды 2 часа. Так что имейте вот это в виду. Хорошее средство, работающее. Я себе до этого заказывала и действительно чувствовала себя лучше. Далее витамин D3. Здесь дозировка 10 тысяч условных единиц. В принципе, свойства все те же самые. Размер капсулы такой же. Вот как раз таки это фирма Now. Размер капсулы можно наблюдать вот здесь. Поддерживает иммунную систему и, если есть проблемы с костями, то тоже укрепляет их. Следующее средство очень хорошее, как раз таки актуально в сезон простуд, а сейчас у нас сентябрь, скоро начнутся холода, но это как бы неизбежно. И поэтому мы тоже заказали на будущее вот такое средство. Это Vegan GSE от фирмы Nutribiotic. Это концентрат грейпфрутовых семян. Натуральный антибиотик, не имеющий побочек. Подходит беременным и безопасен для детей. Подавляет грибковые культуры. Борется с вирусами, паразитами. При первых симптомах простуды используется для лечения боли в горле вместо спрея. Разведенным раствором можно лечить заболевания внутренних органов, а также кожи и слизистых, например, ранки всевозможные. А в неразведенном виде обрабатывать грибок ногтей, бородавки, мыть овощи и фрукты, обрабатывать игрушки и зубные щетки. Ну, конечно, в неразбавленном виде не рекомендуется его использовать, потому что можно прожечь себе слизистые, но... Его можно, кстати, внутрь принимать, то есть нужно 10 капель использовать, добавить его в водичку и принимать по одному или три раза в день вместе с едой или без. В общем, хорошее средство, прям такое нужное в домашней аптечке, которое вам заменит и спрей для горла, и прополоскать можно будет им. Самое главное, соблюдать все дозировки, и оно очень экономное. Вы не смотрите, что оно вот такое вот малюсенькое, здесь всего лишь 59 мл, но экономно расходуется. И еще... Витамин D3 детский, я про него уже рассказывала от фирмы Child Life, он с ягодным вкусом приятным, здесь 30 мл, детям нравится вкус, работающее средство, то есть у меня всегда есть в наличии витамин D3 и именно Child Life. Для деток более постарше. И для деток совсем младенчиков есть еще один витамин D3 от фирмы California Gold Nutrition. В том разница, что он на кокосовом масле, а этот на... сейчас скажу. Так. На глицерине. Но содержится то же самое витамин D3 в виде холекальциферола. Здесь, сейчас скажу, в 8 каплях 500 условных единиц. Вот такое средство стоит в районе 480, по-моему, рублей, но его хватает надолго и детям нравится вкус. Следующее интересное средство это называется Bitter Melon, то есть горькая дыня, горький огурец его называют или горькая тыква. То есть много названий разных, оно действительно похоже на огурец такой, вытянутый, пупырчатый и желтоватый. Это средство для поддержки баланса глюкозы, нормализует уровень сахара в крови, поддерживает работу поджелудочной железы и снижает уровень инсулина. Тоже, как вы понимаете, у меня, значит, немножко повышенный инсулин, и вот это средство как раз-таки выписал мне врач для того, чтобы снизить уровень сахара. Ну, я вкусняшки люблю, теперь придется от них отказаться. Принимать по 2 капсулы 2 раза в день вместе с едой. Омега-3 от фирмы California Gold Nutrition. Я продолжаю петь оды этой омеге, потому что она по очень приятной цене, стоит всего 550 рублей. И дозировка тут такая хорошая. В 2 капсулах будет у нас... омега-3 жирные кислоты 640 мг.
я уже принимаю в течение недели и очень довольна результатом, то есть никаких побочек нет и капсулы приятно глотаются. В общем, друзья, рекомендую, это одна из лучших омег, которые есть на сайте iHerb и по хорошей цене. Ну вот, друзья, мы и дошли до того момента, когда я буду рассказывать про испорченную упаковку в одном из товаров в заказе. На сегодня это маска мятный джулеп от фирмы Queen Helene. И что я хочу сказать. Ну, как вы поняли, что коробка была изначально уже поврежденная, коробка сама, в которой находился весь заказ. Но пострадало вот это вот средство. То есть, видимо, оно как-то, коробка упала, ее сжало, и пришелся удар весь на вот эту баночку, на этот тюбик. Вот что произошло у нас с упаковкой. В принципе, сам продукт не пострадал внутри, то есть все целое, как бы ничего не вытекло, это уже радует, потому что тут столько всего, замазала бы этой маской все, всю коробку. Я уже написала опять в службу поддержки, ну как это делать, сейчас расскажу. Я открыла свой заказ, то есть, например, зашла в заказы, отправленные, заказ был получен, я зашла посмотреть информацию более такую развернутую, и после этого там есть возврат, то есть есть повторить заказ и есть сделать возврат. Там будет вопрос, проблема со всем заказом, либо с отдельной позицией. Выбираете отдельную позицию, выбираете именно, что вот это, допустим, маска. Далее, сколько штук, пишите проблему, что случилось, указываете испорченная упаковка, по-моему, выбираете, ну, в зависимости от того, какая у вас проблема. Но в данном случае я сделала так. Выбираете испорченная упаковка, поврежденная, и прикрепила фотографии. То есть прикрепила именно вот это. И прикрепила, у меня даже осколки есть. Я тоже прикреплю сюда фотографии, чтобы вы посмотрели. Вот таким образом я прикрепила фотографии, и сразу же мою заявку рассмотрели и прислали мне на почту сообщение, чтобы вернуть деньги. То есть в течение, наверное, суток у меня уже будут эти денежки возвращены на карту. Вот этим мне нравится сайт iHerb. Тем, что он, если, например, какие-то проблемы, то без проблем. Проблемы без проблем. Ладно, не буду это вырезать. То они абсолютно без проблем отдают деньги, присылают обратно на карту, возвращают. Давайте перейдем к маске. Эта маска называется мятный джулеп, еще раз повторюсь. Она абсорбирует излишки жира, очищает загрязнения и сужает поры. В составе белая глина из каолина. Именно она дает ровный светлый цвет лица и уменьшает видимость пор. Кремний стимулирует выработку коллагена. Марганец удаляет лишний жир. Нанести на 10-15 минут, оставить, когда она высохнет, смыть обычной теплой водой. После этого можно нанести увлажняющий крем, либо, например, тоник. Я уже попробовала эту маску, эффект шикарный, то есть лицо сразу ровненькое, такое подтянутое и осветляет немного, выравнивает тон кожи. Так что рекомендую, цена у него 240 или 270 рублей. Эта маска, она есть у многих блогеров, все ее обозревают, очень сильно хвалят. Так что вот такой вот обзор у меня получился. Расскажите, пожалуйста, друзья, во-первых, случались ли у вас такие моменты, когда присылали поврежденный товар, приходил, как вы с этим справлялись, получалось ли у вас делать возврат? И расскажите, друзья, продолжается же у нас марафон скидок 24%, и новые скидки, которые будут, я напишу о них также в описании к этому видео. Расскажите, пожалуйста, поделитесь скидку, на какой бренд вы ждете больше всего. Например, я бы очень хотела, чтобы была скидка на Dr. Best, потому что есть там что заказать. И на California Gold Nutrition я тоже и на уж дала. Скорее всего, мне кажется, будет Nature's Way или Nature's Answer тоже скидка. Было бы очень хорошо на детские витамины какие-нибудь. О, и на Child Life тоже очень сильно жду. Напишите скидку, на какой бренд ждете вы. И будем делиться в комментариях. Ну что, друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Желаю вам хорошего дня, вечера или ночи. И увидимся в ближайшее время на новых обзорах. Всем пока!